Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел осветил купола и кресты храма архистратига Михаила в Нефтеюганске. Строительство церкви ведется второй год. Работы еще много, но теперь церковное здание будет иметь завершенный вид. Строительство храма архистратига Михаила началось еще летом 2017 года. Деньги на возведение пожертвовали предприниматели и прихожане. Сейчас у деревянной церкви возведены стены, а сегодня наконец установили купола. Одна из самых важных частей, потому что уже приобретается вид церкви. То есть люди уже видят, замечают, что это строится храм. Для жителей 11-го микрорайона это долгожданное событие. Они смогут посещать церковные службы гораздо чаще, когда здесь откроется свой храм. Я думаю, что большинство верующих православных со мной согласятся, что это необходимо, это нужно. Говорят, храмов много не бывает. Вот, слава Богу, что растет число православных. То, что будет рядышком здесь для жителей, конечно, это замечательно, это здорово. Слава Богу за все. В этот день митрополит посетил еще две строящихся в Нефтеюганске церкви в 11-м Б микрорайоне и на новом кладбище. Сегодня мы строим вот в таких местах, где далеко от центра находится микрорайон. И это будет большим утешением, подспорьем, удобством для людей, которые будут приходить сюда, в этот храм. Мы надеемся с Божьей помощью. У нас запланировано 4 храма в городе новых строительств. По словам митрополита, храмов в городе должно быть еще больше. Существуют определенные нормативы. На каждые 10 тысяч населения одна церковь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Завершение строительства храма в 11-м микрорайоне зависит от пожертвований. Расходы только на инженерные коммуникации и благоустройство территории составляют около 4 миллионов рублей.